Всем привет! Меня зовут Том. Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Joe's Dinner, что означает закусочная Джо или забегаловка Джо. В общем, что-то типа того. Ребят, игра в стиле старых добрых... старых добрых американских фильмов ужасов, типа... Не знаю. Даже не знаю, что в пример привести. В общем, обычная забегаловка стоит где-то в глуши, в американской глуши, и тут происходят какие-то странные события. В общем, мы в этих событиях, ребят, сейчас с вами поучаствуем. Давайте нажмем «Новая игра». И у нас сейчас будет игра на русском языке, поэтому сейчас будет заставка, в которой тоже все должно быть на русском языке. These games или Dig Games, не знаю. Somewhere along the old Route 7. Где-то на старом шоссе 7. In the middle of nowhere. В богом забытом месте. На обломках старого кладбища коренных американцев находится кафе у Джо. Кажется, вы никогда не слышали об этом месте. А разве вы не замещали тут официанта, пока он был в отпуске? Убери все со столов и следи, чтобы все соблюдали. Это выдержка из местных правил. Правда, управляющий забыл упомянуть кое-что еще. Кладбище под кафе у Джо стало последним пристанищем двух великих вождей индийского племени. Индийского. При жизни хмурое перо и смеющаяся птица ненавидели друг друга и делали все, чтобы превратить жизнь врага в ад. Даже после смерти смеющаяся птица не может упустить шанс досадить старому сопернику и использует все доступные средства для этого. Каждую ночь он делает все возможное, чтобы вывести хмурое перо из себя. А это, поверьте, последнее, что вы бы хотели увидеть. И, кстати, что-то там, что-то еще. Когда хмурое перо в ярости, он выпускает пар на всех, кто находится рядом. Смеющаяся птица, хмурое перо, блин, всегда... Всегда я смеялся над этим, над этими именами, не знаю. Прикольно! Хмурое перо. Смеющаяся птица. Вождь, бегущая вода. В общем, закусочная, построенная на старом индейском кладбище. Вам нужно убрать все со столов в конце смены в 6 утра. Для этого уберите со столов все объедки и выбросьте их в мусорную корзину на кухне. Следите, чтобы за ужином было тихо и ничего не отвлекало вождя мрачное перо. Используйте кнопки WASD, чтобы двигаться, и мышку, чтобы смотреться. Но это понятно, уже интуитивно просто. Так. По-моему, здесь нужно сейчас убрать эту закусочную. Для того, чтобы два призрака покушали или типа того. Хрен знает. Эй, ты чё? А, чтобы ничего не отвлек... А, понял, ребят. Чтобы ничего не отвлекало вождей, это значит, нужно убрать все со столов. Угу. А где кухня? Может, там? Не, там вообще какая-то, не знаю, комната какая-то очень такая. Какого хрен? Ты че вообще? Фу, блин, ё-моё, подождите, нужно отрубить это. Черт возьми. Тут есть какой-то индикатор... Походу, это индикатор шума. Окей, тут холодильник. Что это за хрень? Почему дверь закрылась сама по себе? О, боже мой. Так, а что в холодильнике? Телефон. Так, ладно, окей. Телек сам по себе врубается, мне кажется. Мать, что это такое? Посмотрите на окна. Господи, как это страшно выглядит. Включи телек. Твою мать. Блин, какая тут жуткая атмосфера, ребят. Посмотрите, там типа ветер. Что за херня? Что это такое?
хрена, кофеварка, что ли? Тихо, тихо! Не смейте меня пугать! Не смейте, черт возьми! Что это такое? Какой-то, не знаю, спрей для ног. Так, короче, ладно, давайте... Да твою мать, кофеварка, ты серьезно, что ли? Побежали. Побежали, побежали. Нужно вырубить кофеварку, иначе все, иначе все. Черт. Вообще, типа, нам, наверное, все нужно делать очень тихо! Чтобы вожди что-то там... Что такое? Что с нашим персонажем? Господи. Он как будто задыхался сейчас. Боже мой. О, черт. Это что? О, блин, тут еще и музыка может играть. И эти окна меня пугают. Эти окна меня пугают даже больше, чем... Твою мать. Что такое? Вы не смогли убрать все столы в конце смены. Что? Боже мой! Я думал, меня кто-то будет убивать. Черт возьми, поэтому я осторожно как бы все это делал. Ну ладно, давайте еще раз. Что за хрень? Нам нужно, видимо, это типа хоррор-симулятор. Хоррор-симулятор официанта. Точно. Окей, сейчас все уберем. Сейчас все будет. Да, где-то на старом шоссе 7, бла-бла-бла. Так, окей. Чтобы включить или выключить устройство. Хорошо. Давайте, значит, нам все это нужно сделать... намного быстрее, чем мы делали. Кстати, а где тут? А где тут? Тут ничего нет на столах. А, во. Так, быстро-быстро. Но главное, ребят, главное, самое главное, это чтобы шум, видимо, не поднимался больше красной отметки или больше желтой. Потому что, типа, это очень разозлит вождя, а вождь не любит, когда... Когда его что-то злит или отвлекает от ужина. Чертов телек. Так, давайте будем вести себя аккуратно. А вот, кстати, мусор здесь. Окей. Забрали мусор и нужно нести. Ребят, эти окна меня очень-очень сильно пугают. В них так все отражается, что кажется, блин, будто на улице что-то происходит. Что-то страшное. Так, свежее молоко. Тут телефон. Окей, ясно, понятно. Нам, в общем, нужно все 6. Нет, стоп, 5 подносов получается. Ну, то есть 5 всяких вот этих вот объедков, оставленных на столах, нужно отнести в мусорную корзину, чтобы все было чисто к приходу вождя, или чтобы все было чисто, пока вождь кушает. Ведь он чертов призрак! А это значит, что он где-то тут сидит, чертов. Простите, вождь, простите! Я больше так не буду, я этого не допущу, чтобы что-то вас отвлекало, мистер вождь. Хоть его, я вас и не вижу. Так, ну, наверняка мы... Наверняка мы сможем его увидеть, если пойдем сюда. Тут есть еще какие-то комнаты, в которых мы с вами еще не побывали. Так, вот мусор. Ладно, я пошел. Успеем еще в те комнаты пройти, успеем. Быстро, быстро. Твою мать. Успокойся, кофеварка. Кофеварка, какого хрена? Ты чё вообще? Окей, один поднос остался. Черт, это мне напоминает игру про Слендера, когда нужно было собирать записки. А здесь только подносы таскать. И чем дальше, тем все хуже и хуже. Страшнее и страшнее. Твою мать. Ну какого хрена, а?
Так, а где часы? Вон они, часы. До 6 нам нужно успеть. О, боже мой, у нас осталось очень-очень мало времени, друзья. Так, все, побежали. Быстро, быстро, быстро. О, черт. Тихо, тихо, спокойно. Не злитесь, вожди. What the fuck? Это что за хрень? Кошка! Кошка? Что за телефон? Что за... Какой-то кабинет. Может быть... Черт! Черт! Вы не смогли уронить начало смены! Блин! Ё-моё! Зачем я сюда пошел? Мое чертово любопытство! Ё-моё! Ну ладно, давайте еще раз. Так, ребят, я уже взял мусор тут со стола. И, короче говоря, все это мы сейчас попробуем быстрее намного сделать. Намного быстрее. Вообще, на самом деле, лучше бы сходил бы я сначала в самые дальние места. А потом уже здесь выкидывал все. Окей, ладно, еще три осталось. Это несмотря на то, что времени прошло очень мало. И это клево. Очень клево. Это что, лазанья? Твою мать. Твою мать, кофеварка, заткнись. Какого хрена? Так, а что будет, когда мы принесем все 5 подносов? И выбросим их в мусорное ведерочко. Что будет, мне интересно, а? Наверное, что-то очень страшное. Там туалеты. Туда нам не нужно. А вот, кетчуп. Кепчук. Нет? Нет. Вот вино. Так, и давайте по пути еще, наверное, искать, что мы не убрали. А, вон поднос. Окей, я его не увидел. Так. О, черт. Черт. Тихо. Давай тише. Все, ребят, один остался. Подносик. Вот он. Все, забираем. Бежим до конца смены. Еще куча времени. И... Все. Все, мы же все убрали. Так, посмотреть нужно, чтобы на столах ничего не осталось. Черт, мы вроде как все убрали. Твою мать. Чертов телефон. Заткнись. Заткнись, заткнись. Так, а что теперь надо делать? У нас вот какая-то одна штука, посмотрите. Один, видите, один. Слева, сверху. Это шаги были? Что за херня? Так, может нам сюда сходить? Это что? Твою мать, ну... Хрена, сколько времени еще? Ё-моё, еще очень мало, осталось меньше минуты даже. Так, давайте посмотрим, все ли мы убрали. Твою мать. Твою мать. Телек, телек заработал, черт, откройся. Ё-моё, ё-моё. Так, ладно, время, сколько время? Ну все, в принципе, тогда уже. Я не знаю. Вообще, все подносы мы убрали. Все мы убрали. Правильно? Я думаю, да. Черт, туалеты. Зачем я сюда пошел? Черт, как жутко. О, блин. Твою мать, опять. О, черт. Тихо, спокойно. Отлично! Вы пережили ночную смену! Шикарно! Окей. Лоудинг. А, видимо, еще какая-то смена, что ли, будет? Я не понял. Ага, теперь 6 подносов нужно убрать. Окей, у нас есть еще смена. Не, давайте тогда такой тактикой, ребят. Все, что вдалеке, будем убирать сразу. Все, что вдалеке. То есть начнем с самых дальних столов. То есть отсюда. Потому что, как известно, чем больше мы убираем всяких разных подносов,
тем сильнее призраки нас донимают. Ну или не призраки, вожди всякие. Охренеть, блин. Всегда боялся этого звука. Такой, знаете, как будто, блин, изгоняют дьявола. Из кого-то, из чего-то. Из чайника. Так. Убирайся. Окей, все остальное где-то здесь у нас, на самых ближних столах. Это очень хорошо. Опять ты? Какого хрена? Ты че вообще? О, крабик. Ладно, переживем ночную смену и пойдем до клабика, где все танцуют крабика. Где все танцуют крабика. Так, что у нас тут? О, шардоне. Нужно унести эту пустую бутылку. Ты серьезно, твою мать? Прекрати. Ладно. Что у нас тут? Еще. И еще. Бутылки. Две бутылки. Одни алкаши, блин, у нас тут собирались сегодня. Ну, в принципе, что мы ожидаем, а, от американской-то глубинки? Наверное, эта закусочная находится где-то в Нью-Мексико. Или типа того. А, это вторая... Слева у нас написано, это какая ночь. Хорошо. Все. Все, ребята, это у нас вторая ночь, и вроде как мы ее тоже прошли. Как-то все очень пока что легко, можно даже присесть. Ага, присесть нельзя. Хорошо. Что теперь? Блин, такое чувство, будто это шаги какие-то были. Да, мне кажется, чем дальше, ребят, сейчас мы еще одну ночь попробуем с вами, чем дальше, тем... Все больше всяких вот этих вот вещей тут будут создавать шум. То есть и телек будет включаться, и музыка играть, и все на свете. Давайте включим. Вау, вот это музыка, а! Клево. Клево, клево. Сколько у нас время? А, ну давай быстрее время, иди быстрее, господи. Это что? Здесь. Тихо. Это что такое? Я не хотел, мистер Вождь. Все хорошо, мистер Вождь? Черт, давайте не будем. Господи, ну эти окна просто меня донимают, господи боже. Почему нельзя было сделать просто прозрачными их? Нет, они сделали еще и отражение. Вы слышали? Каждый раз, когда что-то... Что-то включается или типа того... Слышны шаги. Отлично, вы пережили ночную смену. Отлично, друзья, отлично! Мы с вами пережили вторую ночь. Это значит, что... Третья сейчас будет. Третья ночь. Тут уже 7 подносов нужно убрать, и, наверное, это все будет очень-очень сложно сделать. Ну, давайте попробуем все-таки. Опять же, начнем по старой тактике с самых дальних столов. А, вот она. Винишко. Тут еще. Тут, тут. Здесь. И тут. Все отлично. Мы уже знаем, на каких столах. На каких столах здесь нужно убрать еду. Так, здесь все чисто, да? Да, все чисто. Какого хрена? А что за звуки издает наш персонаж? Он как будто он задыхается. А, может быть, так и есть. Ну, типа, тут призрак ходит. Хер знает. Типа того. Призрак. Призрак старого вождя. Смеющиеся птицы. Или какое-то там перо. Багровое, что ли? Господи, я забыл уже, как этих вождей зовут-то даже.
Алло? Почему, когда я нажимаю на телефон, он начинает звенеть? Что за хрень? Ладно. Ничего страшного. Так, вот у нас еще бутылочка Шардоне. Или что это, я не знаю, это бутылка виски, может быть. Все, делаем быстро, быстро. Смотрите, я как профи какой-то. Стоп. Вы только взгляните. Ребят, взгляните на это. А, нет, вот поднос. Я уже думал испугаться, что... Господи, где последний поднос-то, а? Окей. Ребят, это какой-то симулятор выкидывания в урну всякого мусора. Я не знаю. Атмосфера, конечно, блин, жуткая, то, что все начинает работать само по себе. И графика крутая, и звуки классные. Но, слишком уж она легкая. Эта игра. Эй. Прекращай телефон, ты чё? Может, на улицу можно выйти? Эй, хочу покурить выйти! Ну почему? Я же все убрал! Вождь Багровое перо или... Как тебя там зовут? Бегущая вода? Смеющийся... Тигр. Нет, тигр не круто. Ладно, летающий орел. Это пылесос. Блин, я как чувствовал, что надо сюда идти. Давайте теперь зайдем все-таки в эту комнату и посмотрим, что здесь. Наверное, в следующих ночах. Здесь нужно будет кучу всего выключать. Что это такое? Ключи. Окей, тут, значит, ничего нам не нужно. Я думал, может быть, как-то можно досрочно закончить эту игру. В смысле? Чтобы не ждать до 6 часов-то. Отлично! Вы пережили ночную смену! Ну, спасибо! Да, ребят, что-то как-то легко. Что-то как-то легко. Давайте усложним себе задачу. Как-нибудь. Давайте все повключаем и нахрен вождя. Серьезно. Может быть, серьезно, нахрен вождя? Давайте повключаем все на свете. Господи, сколько тут мусора у нас. И здесь. Что нам больше нравится? Включим пылесос. И машину для льда. Слишком шумно, соблюдайте тишину. А почему? Почему я должен соблюдать тишину, сволочи вы? Что такое? Что за звук? С кем иметь дело? Твою мать! Черт! Окей, друзья. Значит так. Это, в принципе, все, что игра, мне кажется, может предложить. Конечно, она очень страшная, ну, в плане атмосферы. Но она очень однообразная, и играть в нее долго, как бы, ну, это я не знаю. Разве что только пройти в нее до конца, но... Вот зачем мы постоянно с вами играем в хорроры? Не для того, чтобы пройти ее до конца, ребят. А для того, чтобы испугаться. Вот как я сейчас испугался при виде вождя. Но это опять же просто была статичная картинка, поэтому... Я думал, будет что-то более ужасное. Знаете, из-под земли выйдет, вылезет вождь, расхерачит все к херам собачьим вообще, все вокруг. А потом нас разорвет на части и... Насадит нашу голову на пику. И что-нибудь еще. В общем, чуваки. Ладно, спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А с вами был Том. Мы с вами играли в закусочную Джо. До следующих видео, друзья. До следующих видео.